Crystal Aura тоже находится в Кемере, немножко дальше от центра Кемера. Приехали мы только что с Crystal Deluxe, который совсем-совсем в центре находится, поближе всей инфраструктуры. Crystal Deluxe – это сейчас один отель, который открыт из всех кристаллов. Флора также, которая в Бельдибе закрыта. Вот, сейчас будем смотреть ауру. Вот прям спускаемся с ресепшена. Дорога на пляж. Как это выглядит? Вот аура небольшая по территории. У меня был вопрос по поводу, ну, а не шумно здесь из-за того, что он такой маленький. Ну, вот зашла и понимаю, что Deluxe, конечно, намного поменьше. Здесь территория поприятней. Уже хоть какая-то растительность, хоть какое-то ощущение пространства. Эти бассейны еще не наполнены, а это значит открытие не раньше, чем через 3 недели. Такие улочки. Грустно, когда отель закрыт. Но в то же время хорошо, что можно увидеть его одной из первых. Брали у нас из программы Amaro Dolce Vita, должны были показать. И... В общем, забыла. Авадону. Я оба отеля видела, так что, в принципе, не критично. Что у нас здесь? Crisp Kids Club. Что у нас здесь? По детскому клубу. Горочка одна, две. Смотреть-то особо нечего, закрыто. Ну, территория уже приятнее, чем Deluxe. Лучше уж в ауру ехать. Хоть какая-то территория есть. Но питание отлично в ауре. Сзади виднеются горы. Коллеги уже убежали на пляж. Сейчас буду их догонять и показывать вам пляж. Бар здесь же. Здесь должны быть заполнены бассейны водичкой. А мне это напоминает отель вот здесь, ну, где-то вот так же, находится в эконом-отеле. Лариса Фазелис Роуз, похоже, вот так вот бассейн и сразу пляж. И где-то Ака Антедон, тоже похоже, только в Аке намного больше сосен и деревьев. Такой же, в принципе, пляж, как в Crystal Deluxe, по галечке. Пирс не готов. Вот с той стороны пирс. Пляжа достаточно для такого небольшого отеля. Удобный, компактный. Когда вот заполнена водичка, конечно, здесь покрасивее. Если сравнивать Crystal Deluxe и Crystal Aura, то лучше, конечно, в Aura ехать. По территории вот он приятней. Deluxe там вообще без зелени и очень так скомканно, компактно. Здесь уже хоть, ну, какое-то, да, какая-то зеленушка, и оно не давит. Немножко дальше от центра беседочки какие-то сделают, когда отель откроется и полетит Россия. Такие корпуса. Даже в таких маленьких отелях особо много, да, не поснимаешь.
А сейчас нам, наверное, будет даже номера показывать. Похожу тут улочками, чтобы набрать минут для просмотра. Нормально ухожено, чуть-чуть надо подобраться, да, потому что все закрыто. Вот видите, уже зеленушка там, цветуёчки. Уже приятнее. Ничего так. Дальше что у нас? Так, надо же какую-то фотку хоть заделать, не забыть. Так, сколько у нас тут гор? А, это я снимала. О, нас это показывает номера. А, трансформер. Кровать, которая превращается в шкаф. Фэмили. Это стандарт, все номера. Стандарт банк бед. Двухъярусная кровать. Двухъярусная кровать. Вот это вот убирается и становится шкафом. Номер маленький, но кровать продумана. Стандарт номер. Вот так выглядит номер. Хороший номер, новый текстиль. Видно, что мебель новая, но он манипусий. То есть квадратов 15, вот так вот на глаз. Ну, 18. Больше здесь нету. Где-то 20. Да нету там 20. Они с балконом считают. А, ну еще с балконами ванны. Номер фэмили. Двухкомнатный. А, балкон. Ну что, ну тут вид на крышу во всех номерах. Так, и вторая комната. Во второй две кроватки. И второй балкон. Шесть человек. Фэмили рум. Only family room. Здесь душ. Нормальная ванна. И здесь отдельно туалет. Ну, как бы странно, обычно. Обычно все вместе. Номер для молодожен. Слушай, я ж тебя нашла. Таких для молодожен гномиков. Со скошенным потолком. Нас привели на последний этаж зачем-то, вместо номера стандарт, показать лучший номер. И вид, лучший вид из лучшего номера на крыше. Все, давайте.